Власти Ростова оспорили решение суда по рынку Восточный. Информация об этом есть на официальном сайте арбитражного суда области. Ранее департаменту имущественно-земельных отношений было отказано в расторжении договора аренды земельного участка. Напомню, условием договора сроком на 49 лет было строительство капитальных строений для рынка. Однако работы так и не были начаты. Как утверждает арендатор, фирма подготовила и предъявила проект строительства, но администрация города его не согласовала. Новое заседание по делу намечено на 17 октября.